Традиционная съемка бороды, подожди. Суховато, блядь. Он поставил копеечные фары себе. И застрял, да? И застрял вообще. Вот и маньяк Валера сзади подкрадывается. Ну вот этот сказочный. Вот этот сказочный Паджеро Спорт. Просто что-то нереальная машина. Сейчас резину, если увидно будет, покажу. Ты куда доехал, а? Куда-то вообще. А это резина куда доехала? Резина просто серьезная. Мады, это Багира 2015 года модель. Не, это Багира Спорт. Там подсказывает какой-то мужик там вдалеке. Я не знаю, видно его или нет. Я вам говорю. Что, все? Поехали! Поехали. Зрители прозреют сейчас, каким мы шаклом вытащили только что эту машину с болота. Да, такой размер. Давай на ладонь, чтобы его видно было. Ещё? Не, ну мизинец толще у меня. Степенный. Да. Подготовлен ты. Так, давай, я включил, прогрел камеру. Сейчас путь домой. Путь обратно. Чтобы не намотало никуда. Погода как на заказ, да? Да. Да, вот обещал шины показать ближе. Вот это грязевой Богер 15-го года, блин. 15-го, модельного 16-го, выпуск 15-го. Еще это экспериментальная партия, только попала случайно. Случайно в Украину. Поехали! Давай. Сейчас этот. Второй раунд. Ну давай, ты первый. Чего? Я приеду потом. Ой, блин, он нас испачкал. Папа, где бы мне покопать? Вот, пойдите и между деревьями. Сейчас копать. Сейчас, наверное, прыгнет. Все, борьба закончилась. Стой, стой, а ну покажи.
Вот этот, вот этот волшебный двигатель. Где шноры? Я же говорю, проверь. Шикарный шнур. Не хватает запчастей. А вот этот расходомер воздуха, я вижу, тоже такой тюнингованный. А есть запасной у тебя? Расходомер? Фильтр. У меня туалетная бумага есть. А фильтр как новый, посмотри. Не мокрый, да. Он с другой стороны. Не капай на него. Да похрен, что он с другой стороны, с этой же. Не прошел, да. Нормально закрывай. Так, конечно, не прошел. Если он мокрый, его сейчас втянет и будет гидроудар. Во-первых, надо вылить. Какое? Гидроудара не будет никогда, если от влажного, просто от влажного фильтра. Закрывай, не слушай. У меня... Да не слушай, посмотри, там воды... Да у меня Гранд Чероки 800 раз так воды делал. Воды ведро стоит. Ну, вылится. Ну, воду сейчас выкачаем, есть шланг у Валеры. Хобот. Надо отсосать. Я тебе скажу, что если там столько воды, ты сверлил так, у тебя кидал ремень, фильтр будет мокрый по любасу. Его надо или снять, нету. Хотя бы вытряхать специалисты, ладно? Спокойно, блин. Ты давно мотор сделал? Тебе, не, тебе что, не нужна работа на работе или что? Такую работу работать. Сейчас тряпочкой вымыкаем. Капиталка фильтра, вот белая, специальная. Белая тряпка на руле. Да это не тряпка, это белые салфетки фильтровые специальные. Там не оставляй, под цвет фильтра. Фильтрует воздух. Оставляй, говорит. Ой, блин, специалист. Да, поехали, тебя ручей. Все такие добрые. Тебя ждет ручей. Это херня, это была просто разминка. Сейчас будет нормальная рубилова. Стропу еще. Можно ключи гаечные. Нет, пока не спустится на ручей, мы его с собой не берем. Пока не спустится? Вот тут прошел УАЗ. Левей возьми! Блин, Валера, левей надо заскочить вот тут на... Выскочить с ямы с этой. Да, да, вот сюда возьми, ближе к корню. Только бензопила тебя спасет. Стой там, Паша. Вот сюда попробуй через... А, защиту оторвал. Защита. Не, попробуй вот сюда выехать на сухое, ко мне. Валера. Еще назад дай, дай назад еще. Полтора метра. Едь, Паша уехал. Все, поехал на меня. На меня. Сильнее. Еще руль. Руль сюда. Сбрасываю. Паша, отъедь еще. Сейчас еще Паша уедет. Чуть не упал. Давай, маньяк. Маньяк, маньяк. Хорошо. Хорошо. Давай, давай, давай.
Хорошо? Большая диагоналка. Валера, выровняйся в ручье, выровняйся вот так. Хорошо. Не, прямо выскакивай, вот туда выскакивай, на ту полянку. Вот это защита. Это не защита, это номерной знак. У тебя там должен 66 номер быть. Не, но меня защищает ремень, чтобы туда палку не попало. Сейчас маньяк открутит, мега-маньяк что-то там рубится. Ну, ему тяжело реально. Хороший тут песочек. Давай потихоньку. Давай еще раз назад, влево, назад. Едет Руслан. Колесо уже разулось. Да, ну ты. Да стой! Колесо вырвало. Это, кстати, вот то, которое наехало. Ребятку давай. Ты не ребятку.